Вот так. Уже более 40 лет Алексей Иванович Белоконев каждое утро переступает порог областного противотуберкулезного диспансера номер 3. Это его детище. Здесь каждый кирпичик, каждая плиточка положена под его чутким руководством. Сейчас, оглядываясь назад, Алексей Иванович с гордостью вспоминает 60-е годы, ту ударную стройку диспансера, которую удалось закончить за 4 года. На протяжении 4 лет мы занимались подготовкой. Стройка велась хозяйственным способом. Не было такой цены, поэтому приходилось все материалы завозить и организовывать. Это очень трудоемкий был объем работы в этом. Тогда, в 1969 году, молодой, полон силы планов Алексей Белоконев принимал диспансер не только как руководитель. Ведь именно благодаря упорству, настойчивости и колоссальных усилий Алексея Ивановича было спроектировано и построено это медицинское учреждение, которое уже в 70-е годы включили в школу передового опыта. Приезжали к нам, конференции проводили. В 86-м году Всесоюзный съезд в Тизиатру был, где приезжали делегации, значит, с Польши, с Чехии, всесоюзный съезд, приглашенные были гости, в том числе с России. Прибалтики были, все это. И буквально до того, как уже Союза не стало, мы были в школе передового опыта. Тогда противотуберкулезный диспансер гремел на весь Союз. Сегодня Алексей Белоконев с гордостью вспоминает это золотое время, успехами, взлетом которого, конечно же, способствовала и его жена Галина Максимовна Белоконева. Они вместе долгое время работали плечом к плечу в противотуберкулезном диспансере, пройдя длинный путь от строительства к его развитию и процветанию. Благодаря ее она очень большую лепту вносила. Ведь что такое строительство? Строительство – это нужно крутиться, нужно что-то организовывать, что-то куда-то бежать. А она оставалась моим заместителем и очень качественно вела эту работу. Сегодня Алексею Белоконеву 80 лет. В этом году он также отметил 50-летний юбилей своей медицинской деятельности. Из них 38 лет он проработал главным врачом противотуберкулезного диспансера номер 3. Пациенты знают его как квалифицированного специалиста, персонал диспансера как строгого, но справедливого руководителя и организатора, который для многих из них стал хорошим наставником в профессии и по жизни. В 1985 году я проходил интернатуру на базе Змеевского противотуберкулезного диспансера. И первый раз встретился с этим прекрасным человеком. Он встретил меня радушно. Казалось бы, молодой специалист, еще мало чего умеющий практически. Вот. Он отнесся очень с доброй душой. И я благодарен судьбе за то, что она меня свела с таким прекрасным, душевным, замечательным человеком и руководителем. И рад, что с ним уже много лет работаю плечо к плечу с нашим Алексеем Ивановичем. Алексея Ивановича я знаю 4 года. Я хочу сказать о нем как о наставнике. Он человек, умудренный опытом и профессиональным, и житейским. И когда к нему подходишь с какой-то проблемой или что-то тебя волнует, он всегда найдет выход из ситуации, всегда тебе посоветует. Знаем его как доброго человека. Может быть, он иногда и строгий, но всегда, всегда мы видим, что это нам только во благо. У этого человека огромный багаж знаний и опыта. Он не только как врач имеет много знаний, а также как и хозяйственник. Смотрите, как у нас во дворе, в помещении все в порядочке, несмотря на то, что были трудные времена. В палатах у нас тоже хорошие условия для больных. И это все заслуга Алексея Ивановича. Несмотря на свой возраст, он сохраняет прекрасную активность. И для нас, молодых, он является авторитетом, он является
образцом для подражания, в чем именно в своей любви к жизни, в своей любви к своему делу, в любви к людям, к своим пациентам. И вот это вам рецепт долголетия, потому что человек молод душой и живет своим делом. Он любит жизнь, и я желаю ему быть таким же активным еще долгие-долгие годы. Нельзя не отметить и благоустроенность диспансера. Здесь все как у хорошего хозяина. Есть сад, благоухающие клумбы и даже собственная оранжерея, в которой выращивают рассаду цветов, зелень и даже огромные лимоны. Всем этим хозяйством Алексей Иванович по-особому горд. Но самое главное счастье, говорит он, это его семья. Две дочери пошли по следам отца. Одна занимается медицинской практикой в Германии. Елена Алексеевна сменила отца в должности главного врача диспансера. На профессию, говорит она, главным образом повлияли родители. Так что уже смело можно говорить о медицинской династии Белоконевых. Тем более, что и внуки овладевают профессией докторов. Другого у нас не было выбора, потому что с сестрой, потому что нас родители таким образом воспитали. Мы не могли иначе. Вот, потому что нас родители воспитывали в строгости, они показывали своим примером, как нужно жить, и это мы впитали, вот, наверное, с кровью родителей. Родители максималисты, они не жалели себя, и это передалось тоже нам, поэтому мы стараемся не подвести своих родителей, ну и поэтому мы подобны, наверное, своим родителям. Я не жалею, что я стала доктором, моя сестра тоже доктор, у нас это династия уже, можно сказать о династии, потому что уже наши дети, мои племяннику тоже учатся на доктора, и двоюродные племянники тоже, они уже доктора, поэтому не только в Украине, еще в России, за рубежом, поэтому можно говорить смело о династии, родоначальником этой династии тоже является, можно сказать, тоже с гордостью мой отец. Сегодня Алексей Белоконев занимает должность заведующего стационарным отделением диспансера, помогает дочери, передает передовой опыт молодым специалистам. В его кабинете огромное количество грамот и благодарностей, которыми он по-особому дорожит. А на днях Алексею Ивановичу присвоили почетное звание заслуженного врача Украины. Это для меня самая дорогая награда, потому что это моя вся биография здесь, в этом звании. Мой весь трудовой, жизненный путь связан с медициной. И вот эта самая дорогая мне награда, это награда, которую я получил за заслуженного врача Украины. Сегодня, оглядываясь назад, Алексей Белоконев считает себя счастливым человеком. У него чудесная семья, свою жизнь он посвятил любимому делу и своему главному детищу – противотуберкулезному диспансеру номер 3, который считается одним из лучших в Украине и которым Алексей Иванович очень гордится. Пока здоровье у меня есть, пока я в строю, работаю и радуюсь этим.